ходе проведенной проверки деятельности отдела ГИБДД Михайловского района были выявлены нарушения при производстве по делу об административном правонарушении. Установлено, что 14 июля в деревне Безлычная Захаровского района Рязанской области произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Сотрудникам отдела ГИБДД Михайловского района в ходе проведения проверки по данному факту лишь 5 октября вынесено постановление о привлечении гражданина к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ. То есть данное постановление в нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации вынесено за пределами срока давности привлечения к административной ответственности по истечении двухмесячного срока. В связи с этим решением Михайловского районного суда вынесено по результатам рассмотрения протеста прокурора постановление по делу об административном правонарушении от 5 октября отменено, производство по делу прекращено. Кроме того, по факту волокиты, приведшей к тому, что виновное в ДТП лицо не было привлечено к административной ответственности, прокуратура района в адрес начальника межрайонного отдела МВД России Михайловский 8 ноября внесено представление, которое находится на контроле прокуратуры Захаровского района.